острове прошла первая международная гонка в рамках чемпионата двух стран – Украины и России, Баха-Крым. Более 50 боевых экипажей приняли участие в масштабном ралли-рейде. За яростным сражением автогонщиков наблюдал и наш корреспондент Дарья Ковган. В классическом ралли они проезжают, есть круг проезда, они проезжают, ознакомливаются с трассой, прописывают, делают себе какие-то пометки. Ну, а здесь вот, незнакомая трасса. Ралли-рейд – это скоростные участки, именно по всем дорогам. Let me show you.